Итак, ребята, всем привет! В этом ролике мы с вами поговорим о macOS Ventura на данном ноутбуке. Ноутбук официально не поддерживается Ventura. Давайте мы с вами зайдем на apple.com. MacBook Pro 2017 года и выше. Этот ноутбук 2015 года. Пятое поколение Intel, которое выпилили вместе с графикой HD 5500. Мы неспроста выбрали с вами в прошлом видео модель 2017 года в качестве SMBIOS. Нам доступно в настройках macOS Ventura. То есть вот я показываю. Если мы с вами нажмем обновить, загрузится обновление и автоматически поставится. Но сейчас мы этого делать не будем. Что нам нужно для того, чтобы обновиться на неподдерживаемом компьютере? Hackintosh. Конкретно этот ноутбук, пятое поколение, будет полезно владельцам пятого поколения. Нам нужен OpenCore Legacy Patcher. Так как у нас не поддерживается графика, ее надо будет поднимать. Мы скачиваем патчер. OpenCore у нас последний, мы сейчас даже с вами можем посмотреть. Так, где у нас? Давайте откроем программу. Посмотрим с вами. Так, давайте введем. Что-то все время хочет пароль. Давайте проверим. То есть вот OpenCore 088. И кексты тоже последние. Давайте проверим. То есть вот. Что мы делаем сейчас? Ребята, прошу отнестись к этому видео серьезно. Потому что если вы начнете обновляться, будут... траблы. Мы монтируем наш EFI перед тем, как обновляться. Заходим в OpenCore, конфиг открываем. И вот здесь, значит, MISC, Security, Secure Boot Модуль, Disable, выключен. Дальше, Kernel, QWERTY. В ролике по настройке OpenCore я говорил, что не нужен Quirk Apple CPU PM CFG Lock. Но если в BIOS регионы заблокированы, он нужен для macOS Ventura. Для систем Yosemite Monterey, то есть с Yosemite до Monterey, он не нужен. Здесь мы ставим Yes. Далее. Идем в NVRAM. NVRAM. И здесь пишем вот эти два ключа. То есть для компьютеров со встроенной Intel графикой самое оно. Давайте я увеличу текст, чтобы вам было лучше видно. То есть вот эти два ключа через пробел. И без точки. Пишем здесь. Затем отключаем SIP значением 03.08.40. То есть вот это обязательно. Ключи в NVRAM, SIP отключаем и включаем Apple CPU PM CFG Lock. Сохраняем это дело. Затем перезагружаемся. Я этот документ сохраню, оставлю в Telegram-канале вместе с папкой EFI. То есть все будет. Сохраняем, перезагружаемся, делаем обязательно Reset NVRAM. Запускаем систему. OpenCore Legacy Patcher мы перемещаем в папку программы, чтобы он уже у нас был. То есть вот он. У меня пикер отключен, но вы можете оставлять включенным. И далее мы с вами запускаем обновление. Только после всех манипуляций, после сброса NVRAM, после того, как мы вот эти вещи все сделали, NVRAM ключи,
чип и включили Apple CPU PM CFG-Lock. Далее Apple нам предлагает обновление. Мы его скачиваем. То есть берем, нажимаем скачать и ожидаем. Вот я нажимаю. Повторюсь, компьютер не поддерживается. Это 2015 года компьютер. Я перейду сейчас на телефон, и мы с вами продолжим. Вот я, ребята, перешел на телефон. У нас скачивается операционка. Просто ожидаем. А потом будем наблюдать за обновлением. А теперь перезагружаем компьютер. Просто берем и перезагружаем компьютер. И наблюдаем. Жмем продолжить, продолжить. Все, перед нами macOS Ventura, но с отключенной графикой. Вот сколько у меня файлов. Это все обложки, исходники, это все с MacBook. У нас macOS Ventura, но графика 4 мегабайта. Так как мы сбросили NVRAM, то есть сначала мы вписали ключи, включили Apple CPU PM CFG-Lock, отключили SIP, ресетнули NVRAM. Нам достаточно запустить Open Core Legacy Patcher. Открываем Spotlight, пишем OP и попадаем на Legacy Patcher. Открываем его. Жмем Post Install Root Patch. Доступны патчи для системы. Графика Intel Broadwell. Start Root Patching нажимаем. Relaunch as root. Да. Вводим пароль. И ждем. Идет патчинг нашей системы на графику, то есть добавляются кексты System Library Extensions для нашей Intel графики. Бандлы, кексты. Нажимаем ОК и жмем Reboot. Все, перезагружаем и смотрим. Теперь мы вводим пароль, и я перехожу на запись экрана Hackintosh. Ну что, друзья, смотрим графику. 2 гига. Ускорение работает, все круто и красиво. Что касается обновлений, еще не пробовал. Будет обновление, выйдет 13.2, мы посмотрим обязательно. Давайте я покажу вам
подробнее. Mac оптимизируется, то есть Hackintosh оптимизируется, поэтому ничего. Все еще идет оптимизация. Графика. Где наша графика? Вот. Metal 2. 2 гига. То есть все работает. Хотел бы я передать привет одному человеку, пользуясь случаем. Не будем называть его имени, но привет тебе, дорогой друг. Если этот ролик был полезен и понравился, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями. Пишем комментарии, приходим к нам в телеграм-канал, папка EFI, параметрами для Вентуры, то есть полностью рабочая для Intel Broadwell 5-го поколения ноутбуков, будет в телеграм-канале. А я с вами прощаюсь, до встречи в новых роликах, всем пока!